На одной из фанатских страничек Примадонны появилось ее памятное фото, на котором она позировала со своими любимыми внуками. Дети Кристины Арбакайте, судя по всему, приехали в подмосковный особняк в деревне Грязь, чтобы проведать именитую бабушку. Правда, в семейном кругу и на людях внуки певицы называют ее по имени Алла или Алусей, но никак не бабушкой. Кстати, в интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева призналась, что их с мужем дом на самом деле не такой большой, как кажется снаружи, внутри он маленький. Так считая комнаты, Примадонна дала понять, что у всех в замке есть отдельная спальня. К примеру, певица выделила комнаты для двойняшек Гарри и Лизы, внуку Дэни и Клавочки, старшей дочке Кристине с ее мужем Михаилом Земцовым. А вот про Никиту Преснякова Алла Борисовна ничего не сказала. Видимо, в доме своей именитой бабушки старший сын Кристины Арбакайте не ночует. На фото с внуками Примадонна позировала в модных узких поношенных джинсах, скини и серебристой ветровке. Внук Дэни мило обнял Аллу Борисовну за плечи, выражая тем самым свою любовь и преданность.